зацепил с камушкой сразу же поклевочка. О, это что у нас такое? Это типа собаки какой-то. О, это у нас тавритка. Собственно, та рыба, которая не откусывает наши приманки, которую на самом деле не очень так и просто поймать. Вот такой маленький небольшой карасик. Ну и, конечно же, по классике откусил нашу приманку. Есть. Есть. Но это, скорее всего, карась тоже. Да, вот он, небольшой карасик. Ну, даже приманку нам оставил. Есть. Ну, опять что-то небольшое. Ну, карасик стандартный. Подсел. Ставридос. Ты что ли там бутуешь-то, а? О, приманку мне испортила. Вот он, подсел. Ух ты. Не-не, у меня подсел. Ой, хорошо-то идет. Неплохой карась. Опа, а у тебя сил. Да? Есть еще один. Как же он сопротивляется. И все вдоль стены вот этой вот. Видишь, который? Хороший карасик. Таких на пруду в деревне не положишь. Посмотрите, сколько у него зубов. Отличная рыба. Это уже третий карась с одной точки. Буквально сделал только 4 заброса. Да, да, такой небольшой пакетик. Ну как по словам, друзья, в своем репертуаре. А я лучше продолжу ловить карасей. Есть, есть. Ну это что-то маленькое. Кто это у нас там? О, это барабулечка. Это небольшая барабулька. Иди. Ну, это барабулька. Ух, как потянул. Неплохо потянул, но небольшой карасик. Ну, поклевка его была. Ну, крючок-то отдай. Иди. Конечно, поклевка такая, я думал, там что-то покрупнее. Знаешь, как пакет себе гарбузом. Вот они все пасутся вдоль вот этой плиты, которая под водой. Что-то я там поймал такое. Ой, это кто такой? Карабуля. Не-не-не, это так называемая рыба-собака. Ну,
уйди оттуда. Карасика нам там позови, если есть. Это кто такая? Это ставритка, друзья. Видимо, была небольшая стайка карасика, которую мы с успехом выловили. Но я думаю, сейчас попозже, к вечеру, еще сюда рыбка подойдет. Это, скорее всего, небольшая ставрида, потому что поклевка была прям сразу на падение. Ну да, совсем детеныш. Вот опять была поклевка, но тоже ставрида, скорее всего. Вот, а это что-то покрупнее, это, скорее всего, карасик подсел. Неплохо давит, в камни идет. Вот нет, это хорошая скорпена. Друзья, это неплохая скорпена. Сейчас попробую осторожненько отцепить. Потому что она вся покрыта колючками. Порой ее укол очень болезненный. Ну, вот такая неплохая, но, согласитесь, красивая рыба. Иди. Есть опять маленькая, наверное, ставрида. А нет. Это что-то типа бычка. Совсем кроха. Вот кто-то присел. О, маленькая ставридка. Где же большие? Вот, этим и подкупает морская рыбалка, ты не понимаешь и не знаешь, что у тебя клюнет в ту или иную минуту на очередном забросе. То есть мы сейчас буквально с одного места поймали скорпену, бычка, ставриду, вот опять поклевка уже на падение. Все поклевки случаются на выбросе. Но здесь место такое очень интересное. Можно наблюдать волнорез, к которому на самом деле очень сложно подойти, пройти на него. Но все равно близ его здесь очень много камней. Именно то место, вот эти камни, они привлекают рыбу. Ой, у меня скорпенка. Ой, я, кстати, здесь их еще не видел, только на фотографии. Не, с ней... На башке, да, шипы эти. Да, с ней надо быть очень осторожным. О, смотри, скорпенка! Ух ты! Скорпена. Да, очень красивая скорпена, красная. А у тебя пицца? Очень красивая рыбка, конечно. Надо с ней аккуратненько. Аккуратно, лучше на берег, ее только там. А? Красненькая такая.
барабкаться. Это, наверное, горбыль. По поклевке, по сопротивлениям видно. Было видно очень мощный удар и сразу в камни. Ух ты! Вот это сопротивление. Только не в камни, я тебя прошу. Очень хорошая поклевка была. Как же хочется, чтобы это был горбыль. Ой, сразу под плиту пошел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой, что он делает? Только не в камни, я тебя прошу. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзья, я ничего сделать не могу. Это очень хорошая рыба. Еще волна мешает. У меня пульс уже зашкаливает. Его надо просто быстрее вывести на поверхность. Иначе он просто уйдет в камни. Все, все, я его вижу, я его вижу. Да, это очень хороший горбыль, друзья. Ой, не туда, не туда, не туда. Ну покажись, покажись. Там же конец волнореза, он может туда уйти и просто перетереть нам все. Да, это он. Друг, друг, ну мы ж тебя отпустим. Как же скользко здесь еще перемещаться. Я постараюсь вывести его на берег. Ай-яй-яй-яй-яй. Придется брать, наверное, с воды. Ну давай, давай, волна, помоги мне. Это очень крутой горбыль. Да. Друзья, я сделал это. И мне сложно сказать, сколько, но я думаю, за килограмм ближе к полутора, а то и к двум. Фу, ну и потрепало мне нервы. Очень хорошая рыба, сильная. Да. Вот за ним я сюда и ехал. Фу. Ну и потрепал ты мне нервы, дружок. Все, друзья, сейчас будем отцеплять, фотографировать и, конечно же, отпускать таких рыб. Друзья, ну, собственно, вы сами все видели. Это мой заключительный сегодня день рыбалки в Абхазии. И море мне подарило действительно очень хороший трофей, чему я безумно рад. Я побил свой рекорд по горбылю. В 2015 году, когда я впервые приехал сюда, я в первый же день поймал рыбу весом около 1,5 килограмма. А этого, как мы позже взвесили, оказалось без малого 2 килограмма весом. Вот именно за этой рыбой я сюда ехал. Я, на самом деле, у меня сейчас переполняет эмоции. Я безумно счастлив, безумно рад. Рыбалка в море, она действительно очень интересная, разноплановая, разнообразная. То есть никогда не знаешь и не приугадаешь, что тебе клюнет в ту или иную минуту. То есть это, возможно, будет карась, либо скорпена, либо, как сейчас, был очень хороший горбыль. И что самое интересное, поклевка его реально произошла внезапно. То есть я с этой точки, с этого волнореза ловил карасей, он довольно-таки клевал успешно. Потом внезапно какое-то затишье небольшое. Я поменял приманки, поэкспериментировал немножко с весом. И все-таки вот на очередном забросе это случилось. Это именно та рыба, за которой я сюда, впрочем, ехал.
Так что спасибо Абхазии, спасибо море, друзья. Вы смотрите, подписывайтесь, комментируйте, спрашивайте. Всем пока, увидимся, так сказать, на водоемах.